23 февраля мы, вопреки всему, не акцентировали внимание на мужчинах, а поехали кататься на коньках. Да не одни, а со звездами. Таким вот способом мы защитников Отечества повеселили и сами размялись. Смотрим. Да, мы всегда знали, что артистам тяжело живется. Некоторые из-за своей работы не могут найти свою вторую половинку. Особо находчивые пытаются совместить все за один день, так как это делают солисты группы «Форпост». Думаю, что у них можно чему-то поучиться. Посмотрим, какие тут красотки катаются на катке, хотя уже темно. Ну, постараемся разглядеть. У них больше шансов будет. Нашли или нет парни своих половинок, это пока остается загадкой. Будем надеяться, что канал Russian Music Box им в этом помог.